Господа, всем привет! И в этом видео мы попробуем с вами сделать мини-дрель, там мини-бормашинку вот с такого электродвигателя. Этот электродвигатель от электростеклоподъемника, то есть весь редуктор я это все снял, разобрал. Пришлось болгаркой поработать, потому что его... То есть если бы я открутил вот тут бы, там стоит втулка. Если вот эту бы снял, то бы, получается, осталась только нижняя. А нам нужно две втулки, то есть передняя и задняя втулка. То есть это никак. Теперь у меня есть вот такой патрончик. Вы видели, наверное, тоже в предыдущем видео, как я этот патрончик приспособил вот на такую зажимную трубку. Что нам сейчас надо будет приспособить? Нам надо будет вставить вот так и прижать вот этим винтом. Для этого диаметр у нас, видите, вообще не подходит. Ребят, кому было полезно видео, делимся с друзьями, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Всем до новых встреч!